Дань, сегодня вы приехали на чемпионат, играете. Скажи, пожалуйста, вот какие ощущения сейчас перед игрой? Вы играете против Челябинска. Что планируете показать в игре? Ну, на самом деле, настрой только на победу. К сожалению, ребята немножко опоздали минут на 15. Даже не знаю, как они играют. Даже не успели посмотреть, как разминаются, потому что автобус там что-то сломался. Ну, какой настрой? У нас настрой на турнир только побеждать, поэтому сложно что-то про команды говорить, потому что не знаем, как у них, на каком уровне проходит студенческий чемпионат. Но, наверное, раз приехали на чемпионат России, значит, играющий уровень хороший, но думаю, что победим. Как думаешь, наши игроки способны выиграть весь чемпионат? Ну, это вообще некорректный вопрос, конечно, способны. Спасибо.